Так, первая песня будет на вепском языке, моем родном языке, из цикла о сотворении мира. То есть у каждого народа существует некая легенда о том, кто этот мир сотворил. У ижор, например, это сойка, у других народов это какие-то другие птички, ласточки и так далее. У вепсов это уточка, маленькая уточка, которая как бы из своих перышек сделала первую землю и образовалась тем самым планета. Прозвучит она, естественно, на вепском языке. Вот, поэтому надеюсь, что вы поймете посыл. Да, забыла сказать, что песня называется «Ты моя жизнь, моя беда». Объясню почему. Потому что у нас вепсов, нас осталось чуть меньше тысячи, но нам пока не очень страшно. Страшно другим нациям, которых еще меньше. Так вот, «Моя жизнь, моя беда» имеется в виду, что у нас у вепсов такое, даже не знаю, и здоровское, и одновременно странное отношение к горю. Потому что горе, оно у нас как бы имеет такую достаточно большую палитру, как моя бабушка всегда там, не знаю, сахара нет в доме. Ой, горе мое, горе. Или там, ой, пряники нашлись, горе мое, горе. То есть у нас такое вот отношение к горю свое, вепское. Дальше, вторая песня. Вторая песня на ижорском языке. Ижорский язык распространен не так далеко от того места, где мы сейчас находимся. Вот, их представителей осталось примерно 178 человек. Вот. И песня на стихи Пушкина. Оно попало ко мне года два назад, наверное, в качестве текста. И я из этого текста сделала колыбельную на ижорском языке. «Луми торми» называется. Thank you.
Спасибо большое.